21. martā zemkopības ministrs Jānis Dūklavs devās darba vizītē uz Krāslavas novadu, lai klātienē iepazītos ar situāciju zemnieku saimniecībās, kā arī ar Latgales reģiona zemniekiem pārunātu aktualitātes lauksaimniecības nozarē. Es ar šiem cilvēkiem esmu ticies kādus 4 gadus atpakaļ, varbūt 3,5. Un to, ko es redzu, kā viņi ir gājuši uz priekšu, nu vienkārši jāpriecājās par to. Vizītes laikā zemkopības ministrs Jānis Dūklavs tikās ar spēcīgākajiem novada zemniekiem. Krāslavas novada Kalniešu pagasta zemnieku saimniecība Raudavišķi ir viena no lielākajām Krāslavas rajonā. Saimniecība nodarbojas ar graudaugu un rapšu audzēšanu un realizāciju, kā arī audzē gaļas šķirnes liellopus. Хозяйство занимается производством зерна, рапса. Также у нас есть крупнорогатый скот, который мы стараемся развивать и в дальнейшем увеличить это. Но на сегодняшний день, конечно, цены на говядину вообще нету. Но, может, это временное явление, оно как бы на все. Плюс еще мы, значит, занимаемся производством шкелды. Сейчас тоже немножко сократили, не немножко, а здорово сократили производство, просто цены нету. Но в любом производстве есть подъемы, есть спады по цене. Да, но мы как бы есть чем заниматься, и мы смотрим, стоит нам это сегодня заниматься, нет. Сегодня самое главное – это конкурентоспособность, да, я считаю, для себя. И из этого, значит, вытекает то, что сегодня должно быть средство производства. А что у нас средство производства? Земля. Идет стройка фермы для крупнорогатого скота. Вот здесь, вот эта территория, значит, здесь производство, в принципе, для зерна. Ангар для хранения, для сушки. Вот рядом стоит сушилка. Здесь как бы основная такая база. Вот сейчас еще одна стройка идет для техники хранения. Только собственности где-то 1500 гектаров. Скота немного, у нас где-то 50-60 голов где-то сейчас. Но строя ферму на 1500 гектаров, конечно, мы ее будем заполнять. Zemnieku saimniecība Raudavišķi ir viena no spēcīgākajām Latgalē, un tai ir nākotne.